Практика привлечения студенческой молодежи к общественной жизни на территории города стала хорошо сложившейся традицией. В недавнем времени сотрудники правоохранительных органов обращались за помощью к молодежи города по поиску пропавшей в начале февраля текущего года 5-летней девочки, гражданки Таджикистана. 11 марта было решено провести повторные поиски с помощью волонтеров. Сейчас ребята распределены по над речкой. Всякое могло с ней случиться, поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, добросовестно, если есть такая необходимость, ребята, парни, там, это залезть там в люк, посмотреть, нагнуться, ничего в этом нет страшного, наоборот, это благое, доброе дело, то, что вы делаете, потому что нам нужно понять, что случилось, как. Если это какой-то несчастный случай, это одно дело, если какой-то имеет преступный факт посягательства, это совсем другая ситуация, понимаете, почему? Потому что у каждого из вас есть там племянники, братья, сестры и так далее. Все мы должны быть заинтересованы вот в этом деле. Предварительный инструктаж по поиску студенты среднеспециальных учебных заведений получили на собрании в актовом зале городской администрации с участием представителей отдела по делам молодежи и сотрудников правоохранительных органов. В целях эффективности работы город был условно разделен на несколько частей и, соответственно, поисковых групп. Общая численность задействованных студентов составляла у нас 85 человек. И 17 сотрудников отдела МДРС по городу Хасаюрт, где были разбиты на группы. По прическе было сделано 5 групп у нас. Проводились обысковые мероприятия путем прически в таких местах, как в районах города, как поселок Лесные Поляны, Волчановский сад. В процессе поисков проводилась беседа с прохожими и жителями города на предмет получения какой-либо информации с предъявлением фотографии пропавшей. По словам сотрудников полиции, с момента поступления заявления и по сей день не прекращаются разыскные мероприятия. Активистами, вышедшими на поиски, проверяли стихийные свалки, объемные подозрительные пакеты, гаражи, складные помещения, заброшенные и недостроенные здания. Отдельной группой студентов тщательно велась работа вдоль берега реки Ярыксу. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».